Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас на канале Серебромания большая распаковка. Я эту посылку ждал достаточно долго, больше месяца. Ожидалась она 25 декабря, но в связи с тем, что по Европе был локдаун и почта работала плохо, получилось так, что вот она только-только сейчас до меня добралась. Вот. Начну, наверное, с ожидаемой монеты. Я никогда, как говорил, уже не брал себе и не покупал панд, но в этот раз решил попробовать, потому что спрос на них оказался неплохой. Несколько постоянных покупателей заказали, и я уже решил взять одну вот такую планшетку, или как это называется, с пандами. Тут их 15 штук, эти завернуты, нижняя часть завернута в пищевую пленку, верхнюю я развернул, чтобы можно было красиво показать на видео. Вот так вот монета панда выглядит. Это китайские панды 21 года. Вот в таких вот интересных и красивых планшетках они поступают. Ну, я попросил, мне партнер еще одну такую прислал в подарок. То есть такая интересная штука. Я думаю, что она мне пригодится. Вот тут оно, вот видите, как выглядит все это. Здесь защелкивается, и монеты внутрь вставляются. Они, я померил под стандартные монеты от Тувалу, от острова Святой Елены подходят. И я так думаю, что я свою коллекцию вот так вот разложу в этих интересных вот таких пластиковых корпусах. Еще раз покажу панду крупно. Кто уже заказал из постоянных покупателей, могут обращаться, и я могу уже высылать. Кто одну, две, кто три. Есть даже кто 4 штуки заказал. То есть, ну, у меня не так уж и много. Я взял на пробу 15 штук. Пока свободными там штук 5 еще есть в продаже. В конце видео я вывешу ценник, и вы посмотрите и сможете определиться, какие вам монеты нужны и сколько. Я рекомендую всем заказывать сразу несколько, потому что очень часто такое происходит. Человек заказал монету, оплатил, я ее отправил через 1-2 дня. О, а можно еще эту? Ну, можно еще эту, но лучше сразу 2 или 3. И человек сразу все оплачивает и получает сразу себе набор монет, когда они приходят. И мне легче, потому что мне не приходится 2 раза распечатывать все, ходить на почту в 2 раза больше и так далее. То есть, поэтому я рекомендую тем, кто у меня уже покупал или, по крайней мере, знает, что у меня все надежно и серьезно, все-таки брать монеты несколько штук, не по одной штуке. Ну, вот так вот выглядят панды. Переходим к следующей монете. Это, опять же, понравившаяся мне серия. Взял я в этот раз 20 монет, все, что оставалось у этого продавца. Это 20 монет от Шанхайского монетного двора. Торговый доллар Китая, рестрайк. Количество 5000 штук, вес 1 унция. Очень красивые монеты. Очень хорошее качество исполнения. Вот я крупнее их сделаю. И теперь я докупил. У меня уже штук 10 было. И вот я еще 20 штук докупил. Если кому-то нужно, я предлагаю эти монеты уже и дешевле в продаже смогу предложить. И к обмену. То есть это такой обменный мой фонд будет. Я их смогу тоже обменять на какие-то другие монеты. Из этой же, скорее всего. Меня интересуют монеты из этой же тематики, то есть торговые доллары. Но рассмотрю и другие предложения по обмену, если кто-то что-то имеет предложить мне интересное. Вот. Я готов обменяться. Так, ага, одна сторона. Сейчас покажу вторую сторону. Вторая сторона не такая интересная, но тоже интересная. Так. Все, что посмотрели, я буду откладывать. Теперь подтягиваем основную коробочку с основными номинками. Начнем с монеты, которую все тоже долго ждали. Это мамиозавр. Или даже там более сложное название динозавра. Вот так она выглядит, эта монета.
Я взял таких монет 30 штук, 50 штук, как в прошлом, прошлые монеты из этой серии мне купить не удалось, потому что количество было к покупке ограничено. И вот у меня всего 30 штук, из них 10 штук уже проданы. То есть проданы здесь на месте, то есть я по Чехии. Ну и некоторые из вас попросили для них отложить, и я отложил. Так что, то есть фактически у нас к продаже останется 15 штук всего монет. И если кому-то надо, не тяните. Тоже и покупайте сейчас, пока я вот выложил, пока они новые, пока я, ну вот, такая невысокая цена. Потому что я смотрю, тенденция к тому, что цены на монеты все-таки растут. И серебро растет, и цены на сами монеты растут. Эту монету мне тоже удалось купить, даже немножко дороже, чем прошлую. Это третья монета в серии. Вот, как мне кажется, удачная. Спрос на нее есть. Даже вот в Европе тут удалось мне 10 штук реализовать по достаточно приличной цене. Даже немножко дороже, чем я продаю в Россию, получилось так. Вот. Но человеку нужно было срочно 10 штук, и я ему их организую сейчас. Вот так вот выглядит. Я сейчас покажу. Туба, это тут 10 штук в этой тубе, а вот есть еще одна целая туба, я ее не разматывал, мне партнер их заворачивает в пленку пищевую, вот так вот оно в пищевой пленке, здесь 20 штук чисто упакованные. Теперь дальше, это мне как бы попалась такая монета интересная, я знаю, многие собирают корабли, корабль называется «Принцесса» от государства Тонга. Такая вот монетка интересная, золотая. Несколько человек спрашивали, недорогие золотые монеты. Значит, это одна из вот таких вот монет. Монета 1,25 унции или там один с кусочком грамм золота. Вот сертификат к ней. И тут написано 1,25 унции, 10 панга. 998 года, золото 3/9. Вот так выглядит сертификат. Еще раз покажу, вот так выглядит монета. Идем дальше. Докупил последние две штуки, что оставались у моего партнера монеты. Это золотые монеты 1 грамм. Армянские монеты. На старте, когда я их только привез первый, я продавал 75 евро, включая доставку. Сейчас цена на них поднялась, и в России, в принципе, мне не выгодно их продавать. Сейчас я здесь в Европе покупаю их 70 евро примерно и продаю 100 евро. А еще добавлю такой момент, если вы видите, одна монета боком стоит. Один из покупателей России говорит, вот ко мне приехала, она криво стоит, но я разобрался, как ее повернуть. И он снял и распаковку, и как разворачивать вот эти монеты, которые в пластиковых корпусах, не вскрывая эти корпуса. Ну, я отдельное видео с его распаковкой и с разворотом таких монет планирую выпустить со временем. Так, теперь переходим еще к одной монете. Это монеты Такелау Хроносы. Сейчас я одну вытащу, покажу. Я докупил 10 штук, потому что хорошая цена. То есть мне удалось их взять хорошо, и в конце я тоже предложу эти монеты к продаже по хорошей цене. То есть по такой цене, я думаю, вы в России не найдете эти монеты. 10 штук, есть что продавать. У меня еще от прошлых осталось штук 10, так что обращайтесь, монеты Такелау 6 долларов очень неплохо смотрится, и я думаю, что будут очень перспективные в плане роста. Много мелких деталей, красиво смотрится, переливается, интересная монета такая, необычная. Теперь перейдем к последней и, наверное, тоже одной из самых ожидаемых монет этого года или следующего даже. Это Росомаха, 9-я монета серии Тувалу. Монета смотрится супер, монета огонь, 21-й год, 1 доллар Тувалу. Монета
на старте была недорого, но я взял всего 20 штук и теперь, конечно, жалею. Цена сейчас на нее поднялась очень сильно и в Европе, и у дилеров. И по такой цене, по которой я взял вот эти 20 штук, я думаю, я уже, конечно, не найду, скорее всего. Это тут так вот они кусочками завернуты. Мне партнер опять же так завернул их все. В общем, у меня таких монет 20 штук. 5 штук из них уже продано, осталось 15, но из 15 5 я отложу на серию, собираю серию, когда вся будет, и остается только 10 штук в продажу. Поэтому, если кому-то такие монеты нужны будут, обращайтесь, продам, но не тяните, опять же, потому что спрос на них достаточно высокий. Итак, я сейчас основные монеты этого выпуска сложу в кучу и покажу, как они выглядят. Вот так вот это все выглядит. Значит, у нас панды, росомаха, динозавры и хроносы. Вот так это все выглядит. Вот такой хороший, интересный набор монет ко мне приехал, но собирал я его больше месяца получилось, потому что ждали то одну монету, то вторую, дольше всего ждали росомаха, то валу. Из-за этого задержки по другим монетам, потому что динозавры и панды были еще 15, примерно 16 декабря. Поэтому, значит, еще раз повторю, кому нужно, обращайтесь и покупайте сразу, не тяните, потому что монет в этот раз удалось взять немного, и я брал немного, не было возможности много взять, поэтому финансовой в том числе. Поэтому вот я взял, и это, я думаю, что быстро распродам, поэтому если кому-то нужно, обращайтесь сразу, не тяните. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебромания. Как обычно, попрошу от вас лайки, и кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, потому что у нас всегда свежие новые новинки в обзоре. Каждую из этих монет я буду отдельно посвящать, скорее всего, обзор сделаю на каждую из новинок. Но сейчас пока вот так вот все это быстро и интересно, то есть как это все приехало и как распаковку. Я сам люблю чужие распаковки смотреть, надеюсь, мои распаковки вам тоже нравятся. Еще раз повторю, если нравится, поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебромания.